Дорогая Церковь, Христос воскрес! Будем этим радоваться. Да, спасибо большое. И в самом деле я приехал с моей супругой Мирославой. Мы приехали в том числе навестить наших детей. Видим, что они живут дружно, слава Богу, это очень хорошо. Они родили внучку. Я имел честь держать его за сердце своего. Это такая радость. Это такая радость. Спасибо вам, Церковь, что вы заботитесь о наших детях, что вы молитесь о них и благословляете их. И для меня это огромная радость. Я хочу поприветствовать вас сегодня с вами. Мир Божий вам, а также всех наших зрителей онлайн, слушателей, молитвенников наших. Спасибо вам, что вы решили это время провести в Доме Божьем перед лицем нашего Господа. У меня немного времени, но его достаточно будет, потому что неделя была непростой у вас, вам надо успеть еще отдохнуть. Но так как вы здесь, то я понимаю, что каждый из нас обещал служить Богу в доброй совести, и мы с вами несем различное служение в теле Христа. И в Евангелии по Матфею сказано, что блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. И это наша честь – называться и быть детьми Божьими. Тема моей проповеди, с которой я хочу обратиться к вам, родилась или рождается в моем сердце в эти дни, потому что почему-то я смотрю, что мир как никогда он натянут. Я молился Господу и говорил: «Господь, что могу я сделать? Что на мне? Какая на мне ответственность от Тебя?» И когда я молился, пришли слова апостола Павла, которые он адресовал для Тимофея в первом письме. Первое письмо к Тимофею, вторая глава, с 1 по 7 стих. Пришли эти слова в мое сердце. Я прерывал свою молитву, и я начал читать эти слова. И в связи с этим у меня получился такой молитвенный диалог с Господом. И я увидел, насколько я слаб, насколько я мало сведущ в том, что я должен знать, за что я должен молиться. Конечно, речь пойдет о молитве. Тема моей проповеди сегодня – молитва за народы. Молитва за народы. Об этом также сказано во втором псалме. Это было пророческое слово, когда я ехал на миссионерское служение через моего отца Никиту Силовича. И потом это слово Дух Святой повторил мне в мое сердце в присутствии студентов МТИ через нашего австралийского преподавателя, который у нас преподавал мировые тенденции. И через него прозвучало в пророчестве это же слово. Мы заходили в читальный зал МТИ, и он снял обувь с ног. Сняли и мы, студенты, тогда я учился, это был 2001 или 2002 год. И мы тоже сняли обувь с ног, я понял, что это серьезно. И мы зашли туда, и когда мы молились, Дух Святой обратился ко мне словами. А тебе чего еще не достает? Проси у меня народы и дам тебе. Цитирую это из второго псалма, те слова, которые мой отец через моего отца пророчески были проговорены для меня. И я понял, что я не просил у Бога народы, потому что мы устаем от людей тоже. Я не знаю, вы устаете от людей или нет, но мы устаем тоже от людей. И ты думаешь так, чтобы всегда в тебя хватило настроения для тех людей, с кем ты общаешься. Но, дорогие друзья, я перешел этот барьер, я понял, что наше настроение плотское, оно временное. Но настроение, которое мы имеем от Господа, его хватит и нам, и детям нашим, и внукам, и правнукам, и до тысячи родов. Вот это хорошее настроение. И Господь говорил: я могу тебе подарить это настроение, чтобы ты никогда не хныкал, когда оно у тебя заканчивается, чтобы ты понимал, что у меня для тебя есть очень много чего дать. Хочешь – проси и дам. Не хочешь – не просишь – не дам. А теперь проси у меня народы и дам тебе. Да, друзья мои, не скажу, что я так много просил у Бога народы, но в самом деле страну, в которой я живу сегодня, я люблю. Мне нравится наш многострадальный народ, многонациональный народ, многоконфессиональный народ,
Мне нравится этот народ, я его люблю. За что, не знаю сам, но люблю. И в самом деле, любовь для меня – это выбор. Это мой выбор. Я живу среди этого народа. Это не значит, что я не люблю другие народы. Я люблю другие народы, но этот народ я люблю. И сегодня в основу моей проповеди я хочу взять эпиграф из 1 послания к Тимофею, 2 глава, с 1 по 7 стих. Давайте я прочитаю его в современном переводе, а потом мы перейдем на синодальный перевод, который мы получили 1876 год, и потом мы остановимся детально на этом нашем основном тексте. Итак, основной текст в русском переводе, в современном переводе. Речь пойдет о молитве за народы. Так вот, первым делом я прошу тебя, позаботься, пожалуйста, о том, чтобы молитвы с просьбами, мольбами, с заступничеством и благодарностью были за всех людей. И за тех, кто торгует, и за тех, кто охраняет границы наши, и за начальство, и за власти, за всех людей, включая правителей и власти, чтобы мы могли жить тихо и мирно, благочестиво и достойно. Тогда это была римская власть, а сегодня это наша российская власть для нас. Аминь или нет? Да. Это хорошо и угодно Богу нашему Спасителю, который хочет, чтобы все люди были спасены и пришли к познанию истины. Ведь Бог один, и один посредник между Богом и человеками, сам человек Христос Иисус, отдавший себя как выкуп за всех, знак того, что время пришло. Это главная истина, что Христос, наш Спаситель, который отдал свою жизнь за нас, умер, но воскрес. Это главная истина. Поэтому Бог назначил меня, апостол Павел говорит о себе, вестником, апостолом и наставником язычников в вере и истине. Я не лгу, я говорю правду. Конец цитаты. Эти слова прозвучали апостолом Павлом в письме молодому служителю Тимофею. Поскольку мы берем за основу часть этого письма, мне хотелось немножко сказать о Тимофее. Тимофей – это преданный и верный сотрудник апостола Павла. Он был сыном еврейки-христианки и отца грека, то есть язычника, и носил греческое имя, которое в переводе или означает, да, «почитающий Бога». Тимофей был христианином уже в третьем поколении, потому что христианской уже была его бабушка. Он был уроженцем малоазийского города Листра, который апостол Павел посетил во время своего миссионерского путешествия. Павлу очень понравился этот молодой христианин-юноша, и Павел взял его с собой в качестве помощника. Тимофей остался с ним до конца земной жизни апостола Павла. Он был с Павлом даже в тюрьме. Он пользовался любовью и уважением во многих церквах, основанных апостолом Павлом. Это был очень преданный апостолу человек, выполнявший его многочисленные поручения, но был робким и не всегда уверенный в себе, поэтому нуждавшийся в ободрении от старших служителей, в данном случае от апостола Павла. Тимофей выступает с автором первого-второго послания Фессалоникийцам, двух писем Коринфянам, писем Филиппийцам, Колоссянам и Филимону. Как мы понимаем, что это был христианин, был молодым человеком, и когда я был в его возрасте, мне казалось, что мир – это не самое главное, что надо. Теперь нам надо иметь профессию, надо иметь хорошую работу, создать хорошую семью, жить в хорошей стране, и все должно быть хорошим. Ну, дорогие друзья, апостол Павел понимал, насколько ценен мир. Они жили в Римской империи, и еврейская нация также находилась, пусть и не так комфортно, но под гнетом Римской империи. Апостол Павел ценил мир. Он ценил мир, потому что наставник апостола Павла, Иисус Христос, он ценил мир. Он приветствовался, он говорил «мир вам». Он говорил «блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Иисус любил мир, и любили мир апостолы,
любили мир и последователи апостолов, ученики апостолов, или мы называем их отцы церкви, любим мир сегодня и мы. Мы рождаем детей наших. Дети наши рождают нам внуков. Внуки наши будут рождать нам или кому-то уже родили правнуков. И мы хотим мира. Аминь, церковь? Аминь или нет? Да, мы хотим мира. И потому мы сегодня рассуждаем над темой «Мир». Мир или же молитва за народы. Мы понимаем, друзья, что одно дело мы создаем барьеры между нациями, другое дело, когда нации создают барьеры для нас. И нам очень не хотелось бы, чтобы между нами, между другими людьми были какие-то барьеры. Хотелось бы построить хороший, прочный мир, надежный мир, в котором мы ложились бы спать и поднимались бы от сна, мы и наши дети. Апостол Павел оставил Тимофея в Ефесе и дал ему ряд поручений, о которых говорил лично, и сейчас повторяет эти поручения в письме, напоминая молодому сотруднику молиться о мире, разбивать твердыни, умозаключения, на которые опирались люди, которые пришли в церковь, потому что, когда мы приходим на собрание, мы, конечно же, не проповедуем полностью все Евангелие от Матфея до Откровения. На это понадобилось бы нам много времени. Но те, кто постоянно посещает собрания, проповеди звучат на разные темы для того, чтобы увещевать, утешать нас, чтобы мы пребывали в вере, в любви, изучали Божье Слово, Божью Конституцию и как представители Божьего Царства, чтобы жили по этой Конституции, по Божественному Слову, даже в нашей многоконфессиональной стране. Можно было бы сказать о Тимофее много. Друзья мои, но давайте мы обратим внимание на синодальный перевод этого текста. И давайте теперь мы сделаем небольшой комментарий. Почему мир так дорог? Сегодня наша группа прославления пропели гимн «Падут цари и страны, ты наш один царь». Если смотреть историю в прошлое, то мы видим, что менялись империи. Были Вавилонская империя, как вы знаете, да? Была Медо-Персидская империя, Греческая империя, Римская империя. Они распались. Создавались различные союзы, объединения государств. Они созидались, распадались. Нам не надо далеко ходить. Наш нерушимый Советский Союз почему-то тоже распался. Хотя здесь в зале, наверное, еще половина представителей бывшего Советского Союза. Да, и нам было тоже комфортно тогда, комфортно и сегодня. Мы благодарим Бога, что по сей день, под 28 марта 2021 года, Бог сохранил мир, слава Ему за это. Скажи, церковь, слава Богу за мир. Мы едим хлеб, у нас есть одежда, у нас есть дома, у нас есть семьи, и мы благодарны Богу, что этот мир есть. Апостол Павел говорит молодому служителю: Тимофей, если не будет мира, не состоится карьера не только не твоя, но ничья карьера не состоится. Вас призовут на срочную военную службу, римская армия, и вы будете на войне. Тимофей, я хочу, чтобы ты понял меня. Ты молодой, но я хотел бы, чтобы ты понял меня, что мы рождались не быть пушечным мясом. Мы рождались для того, чтобы прожить долгую, счастливую и благополучную жизнь. Тимофей, я обращаюсь к твоему сердцу. Я хочу, чтобы ты понял меня. Я хочу, чтобы ты понял и молился о мире. Чтобы ты понимал, что мир не приходит из-за того, что политики разумно говорят. Мир дает Бог. Аминь. Не так, как мир дает. Я даю мир. Аминь. Итак, прежде всего, что ты будешь делать, Тимофей? Прежде чем ты поженишься, прежде чем ты станешь кем-то, получишь профессию, прежде всего, прошу совершать молитвы. Притом, не единично, молитвы в множественном числе. Прошение, моление, благодарение. При всем том, за всех человеков. Запомните за это словосочетание «за всех человеков». За царей и за всех начальствующих,
дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Остановимся на этом. Друзья мои, эта мысль звучала также и в Ветхом Завете. Наш Бог есть Бог мира. Послушайте, что сказано в Иеремии, 29 глава, стих 7. Дух Святой говорит через Иеремию: «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него, то есть за Вавилон, Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Итак, мы видим, что для перевоспитания колена Иудина было отправлено в вавилонский плен. 10 колен, они пошли еще раньше в плен, еще до вавилонский плен. И они там растворились, кто-то в Ниневе остался жить, кто-то дальше, кто-то ближе. Там они, возможно, и по сегодняшний день на этих землях живут. Но этим Господь обращается и говорит, чтобы молились о мире. Господь не хочет смерти грешника. Мы читаем Римлянам 3 глава 23 стих, что все согрешили и лишены Божьей славы. Но это не конец суда. Конец суда вот как звучит. Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. И только в Нем, и ни в ком другом, ибо нет ни в ком ином спасения», говорит апостол Павел, Деяния апостолов, 4 глава, 11 стих, последняя часть стиха. Итак, мы видим, что при благосостоянии этого языческого города Вавилона, там, в Месопотамии, «и вам будет мир, вы какое-то время будете жить здесь, молитесь за благосостояние города». Мои дорогие друзья, может быть, Россия для вас еще не родина, может быть, вы гость в России, молитесь, пожалуйста, за нашу страну. Мы хотим почитать вас в нашей молитве и благословлять вас. Мы хотим, чтобы Россия была страной глубокого мира, чтобы у нас никогда не было никаких беспокойств, чтобы мы хвалились не конями, не нашими повозками, а хвалились именем нашего Господа. Аминь. И чтобы меч нам был не нужен, чтобы сгинула война, чтобы жизненных жемчужин не губила впредь она. Да? Чтобы люди молодые воевали без крови за спасение России и за царствие любви. Мы знаем, что настоящий царь царей – это Господь Иисус Христос. И написано в Слове Божьем, что сердце царя в руке Господа. Сердце нашего президента в руках нашего Господа. Но еще большая благодарность, что не только президента нашего сердца в руках Господа, но всех наших правителей, нашей Государственной Думы, нашей Совета Федерации, любого чиновника, любого начальника, сердце в руке нашего Господа. И за это слава нашему Господу. Это очень важно. А потому то, что не можем мы, как избиратели, сделать, может это сделать наш Господь. Потому мы выбрали нашего Господа, чтобы Он был нашим царем царей и в этой земной жизни, и в вечности. Аминь. Но в этой земной жизни у нас есть страна, в которой мы живем, и мы будем молиться за мир в нашей стране. И далее мы читаем даже приветствие нашего Господа, которым Он учил приветствовать друг друга. Записано это Луки, 10 глава, 5 стих. Даже в этом приветствии упоминается мир. «В какой дом войдете? Сперва или же прежде всего говорите «мир дому сему»?» Вот когда вы придете сегодня с собрания домой, скажите членам вашей семьи «мир нашему дому». Сегодня, друзья, так много войн в семьях. Бывает и в соседей, бывает даже у наших россиян в семьях, бывает немирно, неспокойно. Что там говорить о стране, что там говорить на международном уровне? И Господь хочет, чтобы этот мир был в каждой семье. Аминь, церковь. Потому что мы, как родители, имеем детей. Они нам подражают во многом, если не во всем. Поэтому нам хотелось бы, чтобы они видели в нас пример подражания. Читаем дальше. Первое послание к Тимофею, 2 глава, 3-4 стих. «Ибо это, то есть молиться о мире, о царях, о начальствующих, о всех человеках,
Это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Дорогие друзья, в своей первосвященнической молитве, Иоанна 17 глава, Иисус Христос молился не только за учеников, но за весь мир. Он молился за тех, кто уверует по словам учеников Иисуса Христа, то есть о нас с вами. Это очень ценно, и мы этому будем подражать. Итак, в Иезекииль мы прочитаем 18 глава, 32 стих. Мы понимаем, друзья, что в этом отрывке, который мы прочитали, самая главная такая важная мысль, это речь идет о Спасителе нашем, Господе Иисусе Христе. Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог не хочет смерти грешника. И посмотрите, в ветхозаветное время Он по-прежнему не хотел смерти грешника. И вот что Дух Святой говорит через Иезекииля. «Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Это абсолютно сочетается с Новым Заветом. «Обратитесь и живите». И далее Иезекииль, 33 глава, 11 стих. Бог повелевает пророку сказать от имени Господа еще важную речь. «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев?» Итак, мы должны сегодня поставить вопрос, для чего я живу? Откуда я пришел? Кто я есть? И куда я иду? И если мы человечности, то мы будем челом вечности, но их есть две. Есть вечность с Богом и есть вечность без Бога. Итак, друзья мои, будет первое воскресенье. Слово Божие говорит, блаженны святые, имеющие участие в первом воскресенье. Над ним смерть, вторая не имеет власти. Но будет и второе воскресенье. Если в первом воскресенье воскреснут праведники, то во втором воскресенье воскреснут грешные люди, нечестивые. Может быть, они слышали Божье Слово, но они не приняли его. Они подумали, что мы еще до истины не докопались. Наши философы нам еще не принесли истины. Дорогие друзья, истина во Христе Иисусе, это даже осознавал Пилат, римский правитель. Дорогие мои, истина, если мы ее познаем, она сделает нас свободными от любой другой истины. Есть истины земные, которые неплохо регулируют взаимоотношения по горизонтали, но не выстраивают вертикальных отношений с Богом. Но Евангелие, оно позволяет выстроить вертикальные и горизонтальные отношения для того, чтобы у нас был мир на земле, как на небе. Аминь. Такой мир нам нужен. В Новом Завете апостол Петр подтверждает эту мысль, второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Итак, еще эта мысль, Бог не желает смерти грешника. Дорогие друзья, Господь хочет, чтобы мы были в мире. Почему я говорю эту проповедь сегодня? Эдуард Анатольевич сказал мне по телефону, что я бы хотел, и наш совет церкви хотел бы, чтобы ты проповедовал в нас, в церкви Новый Завет, воскресенье. Я сказал, что я даже костюм не взял с собой. Он говорит, ничего страшного. Ничего страшного. Но если у тебя есть слово от Господа, то проповедуй. Но я сказал, ты мой прямой начальник. И я не могу обсуждать. Я могу только подчиниться. Если совет благословляет, я не самый умный среди вас, то я буду проповедовать. Конечно же, буду проповедовать. Он сказал, проповедуй, пожалуйста. И поэтому, друзья мои, эту тему я готовлю на 4 апреля. Господь положил в моем сердце собраться всем нашим церквам в Воркуте, нашим служителям. И я попросил каждого пастыря, говорю, пожалуйста, пригласите всех, у кого есть прописное свидетельство, 16 до 100 лет братьев. И мы помолимся Господу о мире. Почему-то так тревожно в душе. И я хотел бы, чтобы эту тревогу убрать, чтобы мы объединились в усилиях. Бог сказал Аврааму, что если будет 10 праведников в городе, не истребит города. Давайте соберемся все праведники.
Потому что мы не знаем, кто из нас самый большой праведник, но Господь знает, кто самый большой праведник. Чтобы мы помолились о мире. И вот я готовлю эту проповедь на это собрание. Но мне пришлось ее говорить в Перми сегодня. Поэтому, друзья, вы принимаете первыми это послание от Господа. И я верю, друзья мои, что это слово не только на сегодняшнее собрание, но на остаток всей нашей жизни. Потому что за нами идет будущее поколение. Будущее поколение идут, и мы хотим, чтобы они жили под мирным небом. И если мы не политики, но мы можем молиться о мире. Аминь. И Бог наш да восполнит эту нашу большую нужду в нашей стране и в наших соседских странах, которых аж 18 вокруг нас. Вернемся к нашему первому посланию к Тимофею, 2 глава, и прочтем 5 и 6 стих, сделаем небольшой комментарий на них. Заметьте, это центральная истина этой части проповеди или письма апостола Павла. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, и человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство». Итак, между Богом и нами есть один посредник. Хотя мы знаем, много религий существует под небом, под солнцем. Но, друзья мои, религия, это юридический термин, и религия не спасает. Покойный Ленин говорил, что религия – это опиум для народов. Кто-то еще сказал, что религия – это возвращение к прошлому. Другой автор сказал, что религия – это поиск человеком Бога, а Евангелие – это поиск Богом человека. Повторюсь, религия – это поиск человеком Бога, а Евангелие – это поиск Богом человека. И Бог через Евангелие нашел нас. Давайте еще раз скажем «слава Ему», те, кто это глубоко осознает. Да. Поэтому истина заключается в том, что между Богом и между нами единый посредник и для Ветхого, и для Нового Завета, и для тех, кто жили в патриархальном периоде времени. Он ходатай наш по воле Божьей. Мы живем в рамках времени. Нам трудно представить, каково это. Иисус Христос вне времени ходатай за всех людей. На Него уповали люди до потопного периода времени. Он воскресил их, Он был верен им, Он их воскресил. И в день воскресения Христа явились многие, вышедшие из гробов, и явились многим, сказали: «Здравствуйте, пожалуйста, нас воскресил Христос, это наш Спаситель». Да, друзья мои, и Он таковым является и для нас в 21 веке. Мы читаем в Евангелии по Матфею 20 глава, 28 стих. Здесь сказано, что нет воли Божией, чтобы погиб хотя бы один человек. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Искупление мы понимаем как повторный выкуп. И Христос пришел, чтобы этим повторным выкупом вернуть всех блудных сыновей и дочерей в лоно Отца Небесного. И это не только воля Божья должна быть, эта воля должна быть и наша. Человек должен расположить свое сердце, чтобы принять Иисуса Христа. И если бы Петр был в нашем собрании, апостол, он сказал бы: «Ибо нет другого имени под небом данного людям, которым надлежало бы нам спастись». Это цитата Деяния 4:12. Итак, друзья мои, Иисус пришел, чтобы отдать жизнь или душу свою за нас с вами. И мы благодарны Ему, что Он это сделал, и что Он воскресением Своим засвидетельствовал, что это настоящее Божье Царство. Какой бы Он был бы царь, если бы Он не воскрес из мертвых, но Его власть распростирается также на смерть и на жизнь, слава нашему Господу. Он есть воскресение и жизнь. Апостол Павел в этом же духе продолжает обращаться к Галатам, 4 глава, 4 стих. Здесь написано: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, Который родился от жены, имеется в виду от Марии, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Нам. Апостол Павел отождествляет себя с теми, кто был под законом. Да, друзья мои, Христос исполнил закон.
Иисус умер и для тех, повторюсь, кто жил в патриархальное время, кто жил во время закона, и нас искупил, которые живем во время благодати. И 7 стих, 1 послание к Тимофею, вернемся к нашему главному тексту. «Для которого я поставлен проповедником и апостолом, истинно говорю во Христе, не лгу, учителем язычников, в вере и истине». И в Деяниях апостолов 22 глава, 21 стих, апостол Павел свидетельствует и говорит, «И он, то есть Господь, сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». И апостол Павел пошел в эти 3 миссионерских путешествия, если не сказать 4, потому что он пошел проповедовать римской власти, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. Итак, друзья, апостол Павел был таковым, его послания сохранены для нас и на сегодняшний день. Иисус Христос хотел, чтобы люди достигли спасения. И мы благодарны Богу с того первого века. Сегодня мы живем в 21 веке. Господь хранит мир. Были мировые войны, но Господь все равно побеждал эти войны. Эти войны проходили. Поднималось новое поколение людей. И в нашей стране, слава Богу, что нет войны. И мы сегодня также проповедуем себе и детям нашим о том, что Господь хочет, чтобы все люди спаслись. Однажды Иисус Христос, идя земной своей дорогой, исполняя волю Отца здесь на земле, Он провозгласил такие слова. Матфея 9 глава 35 по 38 стих. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, Он это называл нивы, и на этих нивах Он был жнецом». Мы понимаем, друзья, что Иисус Христос пришел спасать, а не губить. Я не пришел, чтобы мир был потерян, но чтобы мир спасен через меня. Иисус пришел, чтобы спасти мир. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие или добрую весть Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Апостол Павел, когда говорит в 11 главе 1 послания Коринфянам о вечере Господней, он говорит с любовью им, говорит, что «я пишу вам эти слова с той целью, потому что наблюдаю, что в церкви в Коринфе многие испытывают немощь в своей жизни, многие умирают даже, многие болеют. И я пишу вам это, чтобы напомнить вам, что к вечере Господней нельзя легкомысленно подходить. Из-за того, что некоторые легкомысленно подходили, они остаются немощными, потом болеют, больными, а потом умирают. И цель моего послания к вам, чтобы вы подходили аналитически, рассуждали о теле и крови Господней, чтобы не быть немощными, не быть больными, не умирать не в свое время. И Павел имел за цель. И Иисус ходил по всем городам и селениям, уча в синагогах и проповедуя Евангелие, Царствие, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Заметьте, немощь, потом болезнь, а потом смерть. Но вместо того, чтобы эти грешники умерли, Христос их исцелял. Он хочет это делать сегодня, сейчас, в этом собрании. Он не хочет смерти грешника. Он хочет дать нам обновление, чтобы мы были эффективны до нашей профессиональной деятельности, которой нас Господь призвал проповедовать Евангелие. Видя толпы народа, Он жалится над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, что жатвы много, а делателей мало. Он поручил ученикам молиться об этой жатве. Жатва в то время была Самария, Иудея, Галилея. Дорогие друзья мои, Он им поручил, чтобы они молились. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, Иоанна 4:35, и наступит жатва?» Да, они были единомышленны в том, что еще 4 месяца до жатвы. Но Христос говорит здесь в переносном значении. «Посмотрите на нивы, как они побелели, как они приготовились к жатве. Мы сегодня в Самарии. Посмотрите, как люди приготовились к жатве. Самарянка спаслась от греха, от суда, от приговора. Она побежала в селение Сихар, пригласила других самарян. И те пришли, послушали речей,
и они тоже были спасены. Посмотрите на Нивы, ученики, как они побелели, как они приготовились к жатве. Почему ты, Тимофей, должен молиться о мире? Чтобы еще многие люди услышали проповедь Евангелия и получили спасение. Давайте посмотрим сегодня на наши Нивы. Дорогие друзья, я сказал, что наша страна Россия – огромнейшая страна, и в нашей стране 85 субъектов Российской Федерации на сегодняшний день. В нашей стране проживает 144,5 миллиона жителей. Пожалуйста, не судите меня строго, потому что никто точно не знает, сколько людей проживает в нашей стране, потому что кто-то уже умер, пока я проповедовал, а кто-то родился, не знаю, кого больше. Хотелось бы, чтобы родилось больше, чем тех, кто померли. Да, друзья мои, вокруг нас 18 стран, и эти страны большие по населению. И эти страны являются буферной зоной для нашей страны. И наша задача – молиться не только о нашей стране, но и о наших соседях, чтобы их правители, президенты, руководители государств, чтобы они никогда не дышали угрозой на нас, чтобы они также строили с нами отношения. Мы выстраивали отношения с ними. За это нужно молиться. Я сказал, что сердце царя в руке Господа, чтобы Господь руководствовал руководителей этих государств, и мы могли жить под мирным небом и благословлять наших детей, внуков, правнуков и до тысячи родов. Это наше желание. Мы не хотим никаких кризисов. Вот наши соседи, друзья, за которых надо молиться. Может, в этом зале есть представители этих наций. Друзья мои, сегодня мы христиане. Эта семья с разных национальностей, она единственная. Она не превозносится, но смиряется перед Богом, чтобы выполнить задачу Господа. Норвегия. Больше 5 миллионов населения. Финляндия. Более 5,5 миллионов населения. Эстония. Более 1 миллиона населения. 1,328,000. Латвия. Тоже почти 2 миллиона населения. Литва. Почти 3 миллиона населения. У меня есть цифры. Есть имена этих президентов. И я за них молюсь. И вначале, когда я начал молиться, у меня язык, я думал, что сломается язык. Потому что, но я сегодня их молюсь и проговариваю имена этих руководителей государств, чтобы Господь их также касался. Они, потому что мои родственники, они соседи мои. Говорят, что самые близкие родственники – это ваши соседи. И я за них начал молиться. И я молюсь, называя их имена. 7-я страна – Беларусь. 8-я – Украина. 9-я – Грузия. Дальше – Азербайджан, Казахстан, Китай, Монголия, Северная Корея, Япония, Соединенные Штаты, Абхазия, Южная Осетия. 18 государств, которые живут рядом с нами, дорогие друзья. Вот они, наши Нивы. И в нашу страну приехали миссионеры с этих стран. И с нашей страны едут туда миссионеры. И через эти страны они проезжают дальше, вглубь других государств для благовестия. И мне очень хотелось бы, чтобы мы с вами молились об этих странах и о нашей стране, особенно, чтобы нам сохранять мир, беречь мир. И может ты, как Тимофей, сегодня молодой, может ты не думал раньше об этом, но я тебя также приглашаю молиться о мире на международном уровне. Общее население, дорогие друзья, 18 этих стран и наша страна составляет 2 миллиарда 151 миллион 655 тысяч 738 человек, по тем данным, которые у меня есть. Молитесь за царей, за всех начальствующих честь. Молитесь за всех человеков. Вы представляете, какая задача лежит на нас, дорогие друзья? Мы здесь не просто за партой сидим. Мы сегодня сидим в школе Христа, чтобы учиться у Него, продолжать делать то, что делал Он. И мне хотелось бы, дорогие друзья, попросить вас сейчас подняться на ноги, чтобы помолиться. Объединитесь в молитвенных дуэтах. Лично воззовите к Господу за ваш этнос, в котором вы родились. Помолитесь за Россию, и я вместе с вами. Давайте мы обратимся к Господу. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Станьте миротворцами в молитве.
Друзья мои, может, кто-то пойдет в этом году в армию, кто-то пойдет в следующем году в армию, но мы должны сегодня помолиться за наших пограничников, которые стоят на границе нашей страны. Они сегодня служат, они, может быть, мерзнут там, может, не доедают там, а может быть, какие-то болезни пришли к ним. Давайте мы помолимся за все структуры власти сегодня, чтобы Господь благословил и президента, и нашу страну, и наших соседей, чтобы мы имели мир, и чтобы этот мир углублялся, и чтобы было всем хорошо. Аминь, церковь. И если кто-то хочет обратиться к Иисусу Христу, от сегодняшнего дня служить Господу, вы можете прийти во время молитвы сюда к алтарю. Я открою глаза, и я помолюсь за вас, дорогие мои друзья, и также благословлю вас. Если вы хотите, чтобы мы помолились там, где вы есть, на месте, пожалуйста, поднимите руку, чтобы мы видели, что вы хотите принять Иисуса Христа и быть миротворцем. Это не отменяет службу в армии, это не отменяет нашу гражданскую должность. Там, где вы работаете сегодня, мы должны сохранять мир. Мы там, где работаем, где мы служим сегодня, мы должны быть миротворцы. Аминь, церковь. Мы должны быть миротворцами в наших семьях. Задача широкомасштабна, выполняемая, но еще не выполненная на сегодняшний день. Поэтому давайте мы примкнем к этой задаче и продолжим молиться о мире. Итак, друзья мои, первая молитва – это молитва за мир. Обратимся к Господу в молитве. Дорогой наш Господь Иисус Христос, Ты принес нам мир. Мы были во вражде по отношению к Твоему Отцу, а теперь нашему Отцу. Мы были во вражде к любой религии. Нам казалось, что мы должны жить так, как мы живем. Но когда пришла полнота времени, и Ты заговорил нам на языке любви к нашему сердцу, мы поняли, что с нами какая-то неземная личность заговорила. Господь, когда Ты говорил с нами, мы испытали глубочайшую любовь. И нам захотелось проявить повиновение Тебе. И мы приняли Тебя как нашего Спасителя и Господа. Мы заключили с Тобою договор, заветные отношения. И это значит, там, где мы не способны, Ты вступишься за нас и защитишь нас. Господь наш. И сегодня в этом собрании, возможно, есть новые люди, которые пришли побыть здесь, повидать, что здесь вообще говорят, о чем здесь люди говорят, почему они сюда идут, почему они тут жертвуют, почему они тут молятся. Мы молимся, потому что мы хотим мира для нашей страны. Мы благословляем нашего президента Владимира Владимировича Путина. Господи, благослови его. И поскольку его сердце в Твоих руках, пусть оно будет здоровым, пусть его тело будет здоровым, пусть его семья будет благополучной, пусть, Господь, его все подчиненные, Господь, все структуры власти, пусть они будут послушанны. Пусть, Господь, пусть он будет послушанным Тебе всегда. Пусть благословение Твое разливается широкими реками мира. Господь, чтобы дети жили под мирным небом, пусть колосятся хлеба на наших полях, пусть, Господь, биоресурсы рождаются в наших водоемах, в лесах, для того, чтобы люди жили счастливо, мирно и благополучно. Мы благословляем нашу страну, все структуры власти, всех представителей власти. Мы благословляем пограничников наших, которые на границах наших. Мы благословляем, Господь, все пределы стран, которые за нашей границей. Нам хочется, чтобы все эти государства, 18, которые мы назвали сегодня, обозначили это большое население этих государств, чтобы были миссионеры, которые были бы посланы, чтобы говорить о мире, проповедовать того, кто мир дает не так, как этот мир. Изменяй наше мышление в послушание Тебе и благослови нас, Господь, и потомков наших до тысячи родов, чтобы они жили под мирным небом. Господь наш, мы хотим помолиться вместе с теми, кто сегодня пришел первый раз. Господи, мы хотим, чтобы их молитва была принята Тобой сегодня. И может они это сделают в тайне, может они это сделают, Господь, на полголоса, но пусть они это сделают. И я приглашаю помолиться вместе со мною молитвой кающегося грешника. Дорогой Господь Иисус Христос, Ты нужен мне. Я обращаюсь к Тебе, как к Спасителю и Господу. Я понимаю, что Ты таковым был, есть и будешь. Я обращаюсь за прощением моих грехов. Прости меня. Прими меня в семью Твою.
и открой передо мной волю Твою. Хочу быть Твоим учеником, а затем хочу, чтобы Ты и меня послал проповедовать Евангелие. Но сегодня я присоединяюсь молиться о мире и молю Тебя, сохрани мир в нашей стране. Сохрани мир за пределами нашей страны. И благослови меня вместе с Церковью Твоею. Я обещаю служить Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. И давайте мы вместе скажем молитву «Отче наш». Вы можете сказать это? «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя». А благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Спасибо вам, друзья, я вас немножко утомил. Спасибо вам большое. Благословение. Спасибо.